друзья. Мне очень приятно вместе с вами присутствовать на замечательном концерте Ирочки. Да, действительно так получилось, что еще полгода назад мы не были знакомы. А вот совсем недавно мы провели два таких мероприятия вместе. Это столетие Марка Лисянского, где Ирина Игоревна выступала. А недавно было у нас замечательное собрание нашего землячества, 10 лет. И потом была выставка вот Анатолия Шинкарчука. Мы тоже помогаем. Еще у нас много-много разных проектов. И вот когда я думал, почему же так происходит? Наверное, потому что в унисон стучат вот наши сердца. Вот то, о чем поет Ирина, оно созвучно и нам, всем нормальным людям, которые, конечно же, понимают, что реалии таковы, что существуют независимые суверенные государства. Но душой, наверное, мы это не сможем долго принять, наверное, только наши дети это будут воспринимать, естественно, а для нас это общая боль. И когда я шел сюда вчера, мы с Ирой встречались, и я подумал, а что же такое вот мне сегодня говорить, что сказать. И прослушав сегодня утром вот ее эту песню «За граница», я написал тоже свои стихи, я их еще не выучил, только-только написал. Она еще тоже их не знает, они ей посвящены и тоже называются «За граница». Я буду смотреть, потому что еще не знаю. Ах, как же хочется порой сорваться перелетной птицы в далекий край земли родной, невольно ставшей за границей, где запах детства, как полынь, горчит бессонными ночами, где купола твоих святынь все чаще видятся с годами. И эту память вороша тебе еще не раз грустнется, когда внучи твоя душа сама в себе не разберется. И дай нам Бог, хотя бы сейчас, соприкоснуться с этим чувством, когда певица лечит нас своим возвышенным искусством, чтобы нам открылось в нас самих иные мысли, души, лица. И, может быть, хотя бы на них нам станет ближе за границей.